Так, господа, к нам на СТО приехал Делуанус поменять масло. Мы такие спускаемся в яму и искали сливную пробку очень долго, но нашли. Вот она, господа. Сейчас Саня подаст ключ на 17, я откручу, сольем масло. Ой, фокусируйся, вот. И все, и поменяем масло. Меняйте масло часто, берегите свои двигатели. А так проходят выходные в Ньюкасл. Это Energy. У нас с утра тут помощник. Вся морда в грунтовке уже. Мур-мур-мур, да? Киса. Помогает машинку делать. Ребят, вы посмотрите, что этот вандал делает. Масло за 4 косаря заливает... Жигалет. Жигалет, короче. Ну вы посмотрите на это. Ё-моё, еще фильтр. Фильтр еще наполнен. И снова всем здрасте. Мордасти. Снова рубрика «Жесть на СТО». Прокручивал, значит, стартер у нас здесь. Сняли маховик с четырки. А тут просто вот так вот. Нет зубов. Потом есть. Потом опять их хотела не стать. Потом опять есть, и опять их нет. Венец как будто уже меняли, приваривали. Вот. Еще как будто венец открутился, фиг его знает. Вот новенький. Какие зубы. И тут какие зубы. Короче, видать, да? А еще прикол. Никогда такого не видел. Как так люди умудряются сделать? Это вот это. Кожух тормозного диска. Как его могло так пробить? Чем? Вот. Еще тачка на пневме. Тут все, короче, в ударах просто. Все отрабатывает. Вот там, тут. Вот меняем маховик, карабас. Ну, как бы карабас сняли, маховик меняем. Держи, я. Так, снова всем привет. И снова наш веселый токарник в деле, да, Санек? Опять в кадре. Да, снова, чувак. Снова. А у нас тут жизнь 2Т. Ой, все полилось, ну как обычно. Саня, как обычно, тут это... Хуску доламывает, а потом я ремонтирую. А мы тут тыкарим, продолжаем издеваться на один секретный двигатель. Вот, это мы вчера токарили, а это сегодня. Вот так помалу идет, не спеша. Грубо обдираем пока. Ты все решил облить? Давай подожгу сейчас и это. Взлетим на воздух. Все подписывайтесь. Продолжаем. Берем по 5 делений. Все на автоподаче. Оптимизация труда, так сказать. Козырек такой приблудили. Козырек это инженерские эти. Приколясы. А, смазать надо. Вот так, оп. Ты где нашел? Это секрет. Все, пошло. Ладно, секрет, чтобы не было в моем гараже. На место положи. Соточка оборотов. И все, нет, вот так оно было, масло там. Господи, остатки, блин, спуски. Придумал. Вот столько уже стружки. Итак, господа, трэш-контент продолжается. Я вас там пугаю вкладышами провернутыми. Вот что заехало масло поменять к нам. Сухой картер, как бы, вот. И что хотел сказать? Сухая коробка. Да, и сухая коробка. Веселье продолжается, вчерашний день не закончился. Сухие радиаторы. Сухие радиаторы и сухие, вообще все сухое. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И снова проблема с башкой. Снова черный таз, но не мой. Да. Все, мы собрали башку, все обтянули, значит, осталось протянуть распредвал. И случилось такое вот говно.
Расскажите мне, из чего сделаны эти русские машины? Из какого металла? Оно было треснуто, и оно как-то ездило. Все тянется демократическим ключом. Жопа просто. Уже все завершаем, собираем. Погазуй чуть-чуть! Всем привет! Разобрали КПП ВАЗ-2109-08-99-15. Ну, короче, весь переднеприводный ряд. Была проблема, не перестала включаться первая и выбивала первая. Включалась, выбивала, а потом просто не выключалась. Но очень туго. Как бы все разобрали. Конечно же, вторая с хрустом, мертвой синхронной, как всегда. Муфта немножко потрепанная, но не сильно. Сейчас вам покажу. Короче, и муфта тоже подклинивает. Ну ладно, не суть. Потому что другая. Вот. Короче, проблема была в том, что на механизме переключения КПП переборе скоростей лопнула вот эта вот падала пружинка. Видите? И тем самым, когда нужно выжать скорость, допустим, вот в бок и врубить этот вверх-вниз, она просто не довыжимала чуть-чуть, так сказать, клинит тут все вот. Также, конечно, муфта пострадала. Ух ты, смотрите, там кишки. Самый маленький вот сюда поближе кину. Стружки вообще немерено, просто жуть. Вот, вы видите? Да ё-моё, что с камерой? Головокружительное видео получается. Вот, короче, если у вас все так же, то у вас все так же. Ладно, все, всем пока. Скажите мне, откуда вы хотя бы, блядь? Все, нашел. Короче, мы думали, что только БСЕ рассыпалось у нас. Пошел нахер! Слышал такое? Ну это ладно, как бы, вот. Потом, как бы, вот тут лужа. Ну это тоже ладно, как бы. Так должно быть, это КТМ. Пошел ты, блин! Ты какого черта?